Игры победителей проходили в Москве с 3 по 5 августа. Из Казани туда поехали 6 детей в сопровождении своих родителей. 11-летний Святослав Назаров на игры ездил со своим отцом. В столицу Татарстана мальчик привез бронзовую медаль за футбол и грамоту за соревнования по стрельбе. Рассказывает, что к состязаниям готовился вместе с папой. Мы там дома занимались, так с папой стреляли, бегали, измеряли, сколько мы бегали секундов. Как рассказал отец мальчика Кирилл Назаров, 6,5 лет у маленького Святослава нашли опухоль в голове. Больше года лечения и реабилитации от страшного недуга. И у меня, и у родителей других детей, у всех на глазах, конечно, были слезы радости. Потому что многие вещи пришлось пережить нам всем, одно нас объединило. За несколько дней соревнований казанские ребята смогли завоевать золото по плаванию, серебро по футболу и шахматам, а также множество почетных грамот. На перроне в Казани их встречали как настоящих победителей. Подошли хорошо. Я участвовал в беге, шахматах, футболе и стрельбе. Соревнования замечательно прошли, атмосфера очень добрая, очень много стран. Серебро второе место за плавание, а золото за футбол первое место. Всемирные игры победителей впервые провели в 2010 году. За это время в них поучаствовали более 3000 детей из 40 регионов России и 20 стран мира. Казанским ребятам помог принять участие фонд имени Анжелы Вавиловой. Артем Логвинов и Владимир Ладушкин. Телеканал «Эфир».